Всем привет, друзья! Сейчас я покажу большую подборку только самых крутых и полезных вещей сайта AliExpress. Поставь лайк и поехали! Необходимость перекачки жидкости с одной емкости в другую всегда остается актуальной, и не всегда есть желание и возможность купить дорогостоящий и громоздкий насос. Решить данную проблему поможет эта миниатюрная и полезная насадка на шланг, которая без проблем и в считанные минуты перекачает любую жидкость из одной емкости в другую. Но перед тем, как начать, необходимо слегка потрясти насадку, и она начнет качать воду. Давление, которое создается в насадке, достаточно, чтобы до донышка опустошить любую емкость. Этот аксессуар прекрасно подойдет тем людям, которые любят собираться в большие компании. Зачем каждый раз наливать отдельному человеку, когда можно приобрести данный диспенсер для напитков и сделать сразу 6 шотов на всю компанию и весело провести время? После того, как наполнятся шоты, их можно аккуратно перенести в любое место, все благодаря уникальной конструкции диспенсера. Он сделан из качественного пластика, который прослужит не один десяток лет. Это первая в мире беспроводная мышь-сканер. Просто зажмите специальную кнопку и проведите мышью над областью документа, который хотите отсканировать. Результат мгновенно отобразится на экране вашего компьютера. Это незаменимая вещь, особенно в современное время, когда вся документация переводится в электронный вид. Как заявляют авторы проекта, главные преимущества такого сканера над традиционными аналогами – это компактность, удобность и высокая эффективность. В комплекте с чудо-мышкой прилагается специальная утилита, при помощи которой можно конвертировать документы в формат PDF одним щелчком мышки. Это вполне мужская модель смартфона на Android и с разрешением экрана 480 на 640 точек. Часы оборудованы памятью 3 ГБ и 32 ГБ флеш-памяти на борту, а также встроенной 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Все это хозяйство поддерживает достаточно мощный аккумулятор. Часы позиционируются как повседневный гаджет, который вы не будете выпускать из рук и который постоянно будет с вами. Они обеспечивают комфортную замену смартфону. С ними удобно заниматься активным спортом с возможностью записи GPS-трека, а также серфить и просматривать медиа-контент. Пляжный сезон скоро будет открыт, и в дело идут летние аксессуары. Данный чехол просто необходим во время отдыха на море. Это универсальный водонепроницаемый чехол для любого смартфона стандартных габаритов с 4-уровневой защитой от попадания влаги. Фронтальный прозрачный слой позволит без помех работать с сенсорным экраном, а задняя часть не закрывает объективов камеры для съемки под водой. Особенностью чехла является наличие специального браслета, который не будет натирать руку и позволит комфортно и безопасно использовать гаджет при погружении под воду. Данные многоразовые бахилы выполнены из водонепроницаемого и экологически чистого материала. Одеваются без помощи рук. Достаточно просто положить их на пол, поставить ногу в центр, и в течение 15 секунд бахилы надежно зафиксируются на ступне. Такой способ экономит время и оставляет руки чистыми, ведь вы не прикасаетесь к бахилам. Ими можно пользоваться неограниченное число раз, а после использования достаточно помыть и просушить. Их удобно хранить. В сложенном виде они занимают гораздо меньше места, чем обычные резиновые сапоги. Это удивительно удобное приспособление для нарезки тортов и пирогов. Совмещает в себе преимущества одновременно слайсера и лопатки для выпечки. Он нарезает торт или пирог на идеально ровные кусочки, которые легко можно перенести сразу на тарелку. Данный аксессуар настолько упрощает сервировку стола, что без него не сможет обойтись ни одно праздничное событие в вашем доме. Он сделан из безопасного пищевого пластика, который легко моется в посудомоечной машине. Эти роликовые кроссовки являются универсальной обувью для города. Такая модель кроссовок имеет вид обычной спортивной обуви, например, кед или кроссовок. Однако присутствует один нюанс. За заглушкой на подошве скрывается ролик, который обеспечивает веселое катание детям и взрослым. С помощью специального рычага кроссовки преобразуются в ролики и обратно. Родители счастливых детей с любовью отзываются о кроссовках на колесиках. Процесс учебы для каждого ребенка был разным. Однако каждый рано или поздно смог научиться этому процессу и довольно рассекает по тротуарам и другим ровным поверхностям. Ничто не может так испортить отдых на природе, как толпы мошек и комаров. Однако заботливые китайцы позаботились и об этой проблеме и создали уникальную лампу, которая убивает комаров. Принцип действия достаточно прост. Одновременно с основным освещением лампы на ее корпусе включается диодная подсветка, привлекающая мошек и комаров. Они будут попадать на металлическую проволоку, находящуюся под напряжением, и умирать. Данная лампа вполне оправдала свои ожидания в качестве уничтожителя мошек, а также может использоваться в помещении как ночник, попутно очищая комнату от непрошенных гостей. Для уплотнения резьбы используются различные методы, среди которых явно выделяется данный клей.
Для начала нанесите небольшое количество содержимого бутылочки по всей длине резьбы, уже через сутки будет заметен эффект от его использования. Скрутить такую резьбу будет очень сложно. Таким образом, этот клей уместно применять в критически важных узлах, а также в качестве дополнительной защиты от проточек. Кроме того, состав такого клея обладает антикоррозийными свойствами, а также термостойкостью. Однажды выбирал в себе интересные вещи в подарок и наткнулся на симпатичную флешку по мотивам франшизы «Железный человек». Решил попробовать заказать и посмотреть, что к чему. Пришла посылка в аккуратной коробке, со всех сторон исписанной надписями Marvel. Сама флешка очень компактная и легкая. Покрытие сделано из пластика, однако при использовании золотистая часть сильно царапается. Сам USB-порт выдвижной. Механизм вызывает доверие. Чтобы выдвинуть порт, на кнопку надо слегка нажать. В общем, вещица полезная и интересная. Отлично подойдет, как подарок другу. Этот лазерный проектор звездного неба является частью тюнинга интерьера, а также служит для подсветки салона авто. С помощью него вы сможете разнообразить свой любимый автомобиль всевозможными световыми эффектами, сделать его уникальным, не похожим на другие. Благодаря компактным размерам, выбрать место и установить проектор не составит труда. Он оснащен гибким основанием и имеет компактные размеры, потому вы можете направить его куда угодно. Но главное, проектор за считанные секунды сможет погрузить вас в атмосферу волшебства и сказки. Эту беспроводную зарядку для вашего смартфона можно закрепить как на лобовое стекло с помощью присоски, так и на отверстие для обдува салона. Больше не нужно использовать провода или подключать провод на ходу, если в этом есть необходимость. Нужно просто поставить телефон в держатель. Под силой гравитации боковые зажимы крепко зажмут ваш смартфон. Подходит для устройства 4 до 6 дюймов с поддержкой беспроводной зарядки. В случае, если ваш телефон не поддерживает беспроводную зарядку, вы можете использовать как держатель. В Китае изобрели реалистичные силиконовые костюмы, которые имитируют идеальное тело. В сети говорят, что одежда подойдет тем, кто в пандемию коронавируса, будучи на карантине, запустил тело и не успевает привести себя в форму. С ее помощью можно создать образ спортивного человека. Более того, костюм полностью подходит под цвет кожи. Если вы хотите похвастаться на фото или видео мощной грудью или рельефным прессом, то данный костюм – идеальное решение. Дизайнеры американской компании создали настенную лейку для душа, превращающую водные процедуры в веселое и полезное занятие. Благодаря встроенному в нее непромокаемому динамику, струи воды не будут заглушать звук. Чтобы слушать в душе вашу любимую музыку, достаточно соединить его с любым гаджетом через Bluetooth. Душевая насадка работает по технологии тропический душ. Струи в ней смешиваются с воздухом и распыляются до мельчайших капелек, создавая приятный массажный эффект и позволяя экономить воду. Динамик можно вытащить и использовать для активного отдыха, не боясь намочить. Заряда батареи хватает на 7 часов. Этот силиконовый чехол для банок, который скрывает ваш напиток, делая его обычной газировкой. Конструкция разработана таким образом, что чехлы универсальны и подходят к большинству стандартных емкостей для напитков, в том числе и для бутылок. Благодаря свойствам неопрена в холодную погоду содержимое банок не будет сильно остывать, а в жаркую погоду напиток всегда будет оставаться прохладным, и запотевшая банка не будет выскальзывать из руки.